Любой тренировочный процесс имеет цикличность. Несколько дней тяжелой работы в зале, на льду. И вот на сегодня игрокам выпала игровая тренировка. То есть состав дееспособных на сегодняшний день хоккеистов от Барса поделен пополам. И зеленые сыграют против белых. Да, выбрали сегодня в Акбарс команду. Слава богу, мечта сбылась. Там команда ровная. Вячеславович с одной стороны, другой зарубимся. В Ригу не едем, разыграем здесь. Пока нет никого, между собой разыграем. Все опасные, все хорошие игроки. Я не вижу никакой разницы, мы одна команда. У нас все равны. Правильно, вратаричка? Дедушка наш. Эй, what's up? Зеленый, молитесь сегодня. I keep on crushing it till I am done. I didn't get here by accident. No, I've been gunning it since I was young. Better believe I'll be standing here. There ain't no moon that can outshine the sun. I didn't get here by accident. No, I've been gunning it since I was young. Каждый занимается своим делом. Этим и прекрасно работать в команде. Пока проигрываю. Не хотите играть, не надо. Спокойно, спокойно. Ставка на воронка у нас. So they can't deny it. Hey, bring that fire. Bring that fire. Да, забьем. If you take a shot, boy, you better not miss, 'cause it won't ever happen again. You gonna wake up and not even know what your name is or where you have been. Кирилл Воронин, молодец. Пять булетов, Юрий! Эй! Может, в лотерее повезет. Первый булет. Это второе место. Второе? Нормально сыграли. И, в общем-то, здесь она тренировочная игра. Все понравилось. Отношения ребят там, ну, шероховатости июльские они есть. В общем-то, Патрис только второй раз был на льду. Но ничего. Мы работаем. Продолжаем работать. Спасибо.